Около 50 тел мигрантов обнаружили в трюме перехваченного у берегов Ливии судна. Спасти удалось примерно 430 беженцев, сообщил представитель итальянской береговой охраны. Операцию проводил шведский корабль «Посейдон». Он входит в группу ЕС «Фронтекс», которая курирует поисково-спасательные работы в Средиземном море. С начала года, по официальным данным, в Италию морским путем прибыли около 190 тысяч нелегальных мигрантов. Более 2000 человек утонули.